Или помните анекдот, когда идет милиционер, копается мальчик в песочнице. Говорит: мальчик, а что ты лепишь? Говорит: милиционера. А из чего? Песок, глина, говно. Как так? Что такое? К родителям отвел, поругал, все. Следующий день опять идет мент. Говорит: мальчик опять в песочнице. Тот же самый. Потом говорит: мальчик, а что ты лепишь? Говорит: пожарника. А из чего? Песок, глина. Ну а как же говно? Не, тогда милиционер получится.